Друзья, сегодня я вам буду рассказывать, как сделать возврат мобильных игр за подписки, донаты в играх, за приложения, сами, естественно, игры. Досмотрите видео до конца, будут предостережения и некоторые нюансы. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Я устал быть другим для себя. Друзья, смотрите, с нового года этого, 2022, вступили новые алгоритмы по возвратам с мобильных игр с таких двух площадок, как Play Market и App Store. Обращаю ваше внимание, не делайте это самостоятельно, так как вы можете испортить свои учетные записи просто блокировки счетов. Поэтому не рекомендую этого делать. И также хочу обратить внимание на то, чтобы вы не обращали внимания на тех людей, которые занимаются возвратами. Среди них скрываются не те, за кем себя выдают, так как они иногда просят предоплату, старые скриншоты показывают за свои работы, якобы занимаются возвратами, но под этой картинкой скрывается мошенник. Осторожно, есть только те проверенные люди, с которыми вот я столкнулся, могу смело рекомендовать. Человек этим занимается, мне помог и выставляет все свои работы по возвратам с этих двух площадок. Я уже не раз рекламировал этого человека. Он действительно занимается возвратами. Он лично мне помог вернуть деньги с App Store и Play Market. Поэтому я вам могу смело рекомендовать этого человека, так как он ответственный и профессионал своего дела. Его персональная рабочая страница, вы здесь сами можете видеть, что человек занимается возвратами от 60 дней до 540 дней. Здесь идет полная отчетность его работ, тех успешных задач, которые он выполнил. Пишет, какая сумма, откуда, с какого маркета было, Play Market или это App Store. И чтобы вы понимали, услуги Moneyback не требуют предоплаты. Он делает свою работу, возвращая деньги на ваш счет. А вы в качестве уже благодарности оплатите утвержденный процент от суммы возврата. Moneyback работает в рамках закона, то есть пользуется лазейками в договорах оферты. Особенно будут рады те, которые заядлые донатеры, которые донатят десятками тысяч долларов, а то и миллионы рублей вообще там. Тогда точно вам, ребята, прямая дорога к менеджеру Moneyback. Не забываем, что пишем, что вы от меня, от канала Apple Expert, тогда будет приятная отдача. Вот и все, друзья. В принципе, ничего сложного нет. Знайте этого человека, этот человек вам поможет. Еще раз повторяюсь, никогда ничего не делайте самостоятельно. По возвратам вообще у вас это не получится. Блокировка, никаких денег, не доверяйте посторонним людям. Этот человек точно проверенный. Он сделает свое дело максимально, и вы будете довольны. Поэтому все необходимые данные в описании под видео и закрепленном комментарии. Дальше больше. Скоро увидимся. Oh, yeah!